Среди жителей Ямала растет популярность услуг почтового курьера. Цветы и торты к праздникам можно отправить по адресу. Доставка подарка получателю произойдет в этот же день. Сейчас в регионе работают несколько участков курьерской доставки. Самая большая протяженность маршрутов и зоны обслуживания в Ноябрьском районе, который охватывает Муравленко, Губкинский и Пурпе. Учитывая сезонный спрос на услугу, почтовики снизили тариф на курьерскую доставку в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. За прошлый год ямальцы отправили около 20 тысяч экспресс-отправлений.